Okay, firstly, I would like to welcome you, Dmitry, to Kinoscope 2020, and to say that we are honored to have another one of your films in this year's selection. Дмитрий, мы очень рады приветствовать вас и на нашем фестивале как бы «Киноскоп», и рады, что один из ваших фильмов принимает в нем участие. Вот, спасибо большое, я тоже рад приветствовать, очень рад, доволен и счастлив участвовать в вашем фестивале. Спасибо вам. Thank you so much. It's a pleasure and honor for me to be a part of your festival and just thank you very much. Okay, thank you. Okay, for the starters, could you introduce yourself in a few words? Для начала, могли бы вы рассказать о себе в нескольких словах? Ну, вот просто представиться. Я, да, Дмитрий Фролов, режиссер экспериментального кино из России. Да, давайте паузами просто, чтобы мне будет так, ну, так проще. My name is Дмитрий Фролов. I'm an experimental director from Russia. Окей. Дальше. Снимаю фильмы, начиная, наверное, с 80-х годов. Вот, собственно, практически, да, но с 80-х годов, да. He had been shooting films since the 80s. It's more than 30 years ago, since he was a student. Okay. Mm-hmm. So that's it. Okay, thank you. Where does your love for celluloid tape comes from, as well as the love for silent cinema? Excuse me, I don't understand the first part. Where does the love for celluloid tape, for film tape, comes from, as love for silent cinema? Откуда ваша любовь, откуда взялась ваша любовь к целлюлоидной пленке, к самой пленке и к немому кино? Я думаю, что это скорее из детства, наверное. Мой отец купил на камеру, когда мне было 10 лет. Okay, it comes from the childhood when his father bought him the first camera in maybe when he was 10 years old. Okay. Я ее видел, когда первый ее, она уже была заряжена пленкой, я ее взял и начал что-то там такое снимать. На что отец удивился. То есть, в принципе, первые кадры на этой камере, вот на этой камере, первые кадры на этой снял я сам первый, то отца. Well, actually, when his father bought the camera, Dmitry was the first one who used it, and the first shots on this camera were made by him when he was 10, and his father was really surprised. And this is the camera that he used. Okay, thank you. Okay. It's still working. Okay, great. I noticed that some of your films come with a sort of punk attitude. So have you been involved in any punk movements in Russia of the time? Я заметил, что в некоторых из ваших фильмов чувствуется ну, влияние как бы панка, то есть такой несколько андеграундной культуры. Вы как бы, ну, были участником каких-то панк-движений вот какое-то время? Как-то вовлечены в это были? Я так бы сказал, что это, видимо, спонтанно. Я начал снимать в середине 80-х годов как-то сам. Под влиянием, вот первый такой фильм у меня, скажем, андерграундный, был «Сон» 87-го. Родился под влиянием музыки. То есть впервые я купил фильм в Гринберге. Эта музыка навеяла сражение. Well, no, he wasn't involved in any of punk movements, but I think it comes from the culture around him in the Russian 80s.
some underground culture, and I think the music was his inspiration and his influence. А какая именно музыка? Вот какой-то конкретный есть у вас? Ну, сейчас он еще жив, прибалтийский композитор, электронный музыка. А фамилия? Свен Грюнберг. Well, he said that the biggest inspirations comes from Sven Grunberg. He's one of the most famous music editors of electronic music, who lives in like Latvia, Latvia or Litva, Lithuania, there. Okay, okay. In Pribalti. Okay. Thank you. Thank you. There's also a jazz-like dissonance in rhythms of your films. So, how? What are your feelings towards jazz music? В ваших фильмах также звучит периодически джазовая музыка и джазовые композиции. Как вы относитесь к джазовой музыке и, в общем, любите ли вы ее? Да, хорошо отношусь. Как ко всей другой музыке отношусь хорошо. Меня привлекают, наверное. Не весь джаз, абсолютно джаз, так же, как и не вся музыка, да? То есть какие-то мне близкие, мелодические интонации, видимо, это тоже дело вкуса. Ну вы вот когда там впервые джазом увлеклись? Ну в смысле, вот какое-то у вас есть увлечение конкретное? То есть, или это просто как вот, как я часть музыки под настроение? Я думаю, что это часть музыки, да. Часть музыки под настроение. Это может быть и классика, это может быть Бах, это может быть джаз, это может быть электронный. Okay, well, Dmitry is really fond of music, and jazz is one part of all musical elements that he likes, like jazz, classical musics. But yes, he is more into some lyrical themes. So yeah, jazz is like it's very, you know, very, very moodish. Okay. So yeah. Okay. Какая-то музыка ретро, типа вальсы, марши, что-то такое может меня вдохновлять. Yeah, he also likes the waltz music and the emperor marches. Yeah, that kind of music too. Okay, okay, thank you. And from some of your films, I've been getting a slight necro-realism vibes. So I have to ask, are you familiar with the work of Yevgeny Yufit, or have you even collaborated with him in the past while he was alive? Okay, он спрашивает... Я заметил в ваших, некоторых ваших работах влияние некрореализма. Собственно, знакомы ли были вы с Евгением Юфитом, работали ли вы вместе, ну, видели ли вы его фильмы? Ну, конечно, видел его фильмы. Встретились мы на фестивале «Параллельное кино», втором фестивале. Второй в Ленинграде. Да. Я видел его фильмы, конечно, так же, как и Безрукова, так же, как и Кондратьева, братья Полинников. Я сам пример. Okay. Okay. Well, yes, he was familiar with Evgeny Yufit's work. They also been maybe not like friends, but like they know each other. They met at some of the most famous Leningrad's movie festival. Okay. With some other people who really like necrorealism and that sort of thing. And а вы с ним работали лично? Я с ним не работал лично. Я немножко с ним знаком. Немножко. Yeah, well, we didn't have any common projects, but yes, Dmitry watched almost every of his films, every of his movies. And he really likes them. Yeah, and they know each other. Not very close, but okay, they do. Okay. Thank you. В 89-м году я и увидел, что, оказывается, есть... Я уже снял фильм «Сон-путь».
метаморфозы. Там есть несколько таких авангардных фильмов. Я, как говорят, впервые столкнулся на этом фестивале с другими режиссерами, которые тоже, оказывается, снимали в подобном отличии. То есть, не повествовательный ряд фильмов, а такой, что можно назвать, как экспериментальное кино. It's an interesting story, but when Dmitry introduced his movies, Dream, in 1980s on this festival, he was really surprised. Then he realized that this is the place where people with common interests, they also make this kind of work, because he always thought that most of the directors, they follow like storyline movies, but this was the festival where some bright individuals you know, when you realize that you are not alone in this movement. Okay. Yes, that some of the people really likes what you do, and they do, they move in your direction, not opposite. Okay. He was the student of the university, and there was not really much information in Leningrad back in those days. Yeah, so that was really kind of shock for him. Первый день фестиваля. Там я с этим столкнулся, и через Сергея Добротворского пригласил тоже Тим Сон туда. Yes, he was really surprised, and when Sergei Dobrotvorsky, that is one of most famous Russian movie critics in 90s, well, when he asked him to join the festival, yeah, and that was a really big event in his life. Okay, thank you. I noticed a couple of paintings appearing in a few of your films, so I'm interested, are those your paintings? Are you the author? Я заметил, что в ваших фильмах есть некие картины. Вот, являются ли эти картины вашими работами личными? В общем, да. Вот они, кстати, сзади висят, там какие-то картины. Они так. Some of them are, and you can see some of them back in the wall, behind Dmitry. Okay, thank you. So, do you prefer painting or filmmaking? Вам больше нравится рисовать или снимать фильмы? Well, he's not a painter. It's more like a hobby. So of course, filming is better. It's primary. Primary. Yes. Это очень короткий период, то есть увлечение живописью, если это можно так назвать, проходило, наверное, у меня было лет 5 таких, вот когда я купил краски, там холсты. The interest in payment, it was a short period of his lifetime, during maybe 5 years, when he bought his first paintbrushes. Yeah, but that lasted 5 years. So it's more like a hobby now, like, you know, for an inspiration, but it's not the something usual. He doesn't do it anymore. Okay, thank you. Your films appear like an antithesis to Russian traditional cinema. So have you ever got into trouble because of the provocations in your work? Ну, ваши фильмы, они как бы находятся немножко, как бы так сказать, ну не то чтобы в оппозиции к современному российскому кино, но вот в них есть какие-то такие провокационные темы, и попадали ли вы из этого когда-то какие-то неприятности, были ли у вас какие-то сложности из-за тем ваших фильмов? Ну, я бы не сказал, нет, наверное, потому что то, о чем вы говорите, вероятно, было
уже перестройка, да, перестройка. Перестройку уже, ну, скажем так, не преследовать особенно. Там была свобода, в общем. Well, almost no, because when he started making his movies, it was the beginning of Perestroika by Gorbachev. So the time for, you know, like witch hunt was over. So it was a time when you can make the movie you really like, and you were not followed by KGB or some, more liberate, some police. More liberate work. Yeah, it was more liberate time. So, you basically know, but that's a really good question. Okay, thank you. And where have your films had better reception, in Russia or somewhere abroad? Где ваши фильмы получили наибольшее признание? Ну вот как вам кажется, в России, за границей, то есть где вот вам, ну, где вы получили тот отклик, на который рассчитывали в большей степени, ну или как-то вот вам было приятнее? На самом деле, наверное, все-таки за рубежом, наверное, все-таки за границей. Хотя тут есть группы, там, которым нравится, да, группа художников, которым нравятся вроде как мои фильмы, но по большому счету здесь, ну, я бы не сказал, что есть какое-то там признание. Там. А за границей где именно? Вот, может, какие-то примеры конкретные у вас будут? Не знаю, на самом деле, в разных странах. Ну, вот какой-то фестиваль вы можете выделить, вот прям, что вот, ну, как-то вот особенно? Значит, в 90-е годы в Роттердаме несколько прям подряд несколько фестивалей показывали мои фильмы. He says that there are some people, some group of painters in Russia here who really like his works, but mostly the admiration comes abroad because he is like biggest, you know, like wins and success comes from foreign festivals. For example, in Rotterdam in 1990s. He thinks that, you know, he has more admirers abroad, not in Russia. Okay, thank you. Okay, before Borodino, I've only seen Last Love, which is like a dreamlike deconstruction of Adam and Eve myth. And then I watched Moonlight People last year at Kinoscope. Which is based on Vasily Rozanov's controversial text. So when I saw Borodino, I was kind of surprised that it was a comedy, but then I watched some earlier of your films, which were also imbued with a lot of humor. So my question is it easier to provoke reaction in viewers through humor, or are you more comfortable with some other genres? Он говорит, что когда посмотрел, как он сказал, Бородино, или как у вас называется фильм? Да. Как-то он... Да, он сказал, что когда он посмотрел фильм, он был удивлен, то есть тем количеством юмора, то есть он видел разные фильмы, но как бы когда смотрел какие-то более ранние картины, был удивлен вот именно количеством, ну, скажем так, каких-то вот таких, ну, забавных эпизодов в ваших работах. И он сказал, насколько вот юмор являются именно, ну, неотъемлемой частью ваших произведений, да, насколько вот вы их задумываете, да, что вот какие-то там... Или в большей степени вам комфортно... Ну, то есть в каком жанре вообще вам комфортнее работать? Если мы даже говорим про авангардное кино, насколько вот, ну, какие-то вот жанры вам свойственны? Все-таки как бы, вот, как бы вы это выделили? Трудно сказать. Есть же несколько фильмов, в котором юмора нет моих. Есть же ряд вообще, наверное. Или там, не знаю, «Последняя любовь».
Да, нет, последнюю любовь как раз-таки упомянул, что вот как бы там вот не было, а вот в каких-то других фильмах было. Вот он поэтому спрашивает, как бы, ну вот, является ли это вот атрибутом ваших произведений, или это все-таки, ну, просто как такие частички, что ли, вот, ну, вкрапления. Я думаю, что это, с одной стороны, без юмора же нельзя, поэтому как бы в основном в процентах 75, наверное, фильмов у меня юмор присутствует в том или ином виде. В том или ином виде. Видимо. В принципе, даже Хармс, вот клоунада Хармса, вот, скажем, полный метр у меня, да, там Хармс, абсурд строится на юморе. Юмор. Попадает в его вроде бы абсурдных каких-то, даже трагических произведений. Поэтому, мне кажется, все в жизни взаимосвязано. Юмор. Well, you can't live without humor, so it's some sort of necessary thing. But most of his movies, they are like they contain humor, but it's not it's not like the inspiration. It's the way he wants to approach the specific topic. Because, you know, like Last Love, it doesn't contain humor, but some of his movies, like the one which is based on Daniel Harms' text, are because he wanted to express the absurd of reality. So when it comes to absurd, it's impossible to create a movie without adding some humor. Humor. Okay, thank you. Yes. And it's great that you mention absurd because you seem to be enjoying to play with the absurd concepts like anachronisms in Borodino, like telephones appearing in a movie that's actually a war movie from and set in the past. So is the absurd in your work just for the humorous effect, or is there something more to it? Is it maybe a revolt of sorts? Он говорит, что вот ваши работы, да, вот хорошо, что вы упомянули тему абсурда, потому что абсурд, он как бы сочетает в себе элементы таких, ну, как бы, анахронизма. Вот я когда смотрел «Бородино», я видел, что там есть некие предметные вещи, которые не совпадают с эпохой. И я хотел спросить, является ли это атрибутом юмора, или это, как бы, такой некий протест вот, для вас лично? Конечно, атрибуты юмора, конечно. Я помню, что тогда, наверное, это где-то даже не то, чтобы такая соревновательные, да, как это сказать. Короче говоря, я, может быть, это навеяло идею использовать несовместимые в эпохе действия. Макс Линдер, у него есть «Три мушкетера» Макса Линдера, в котором тоже используются какие-то элементы другой эпохи, когда он, так сказать, вроде как Дюма экранизирует. Наверное. Сейчас, секунду, я просто забуду. He really likes the absurd because Dmitry thinks it's part of our life, and he was really inspired by Mike Linder's Three Musketeers, where he used the same thing, like anachronism. Говорите дальше. Ну, в общем, да. Собственно, это, наверное, как-то перекликается. Вот Макс Линдер это сделал там 100 лет назад. Наверное, я немножко его подражал. Наверное. Well, it's sort of like a competitive story between Dmitry and Max Linder, because he wanted to make a movie in similar genre, using some similar technique, and It's more like a competition. Could I do that? Could I do it better?
like this. Okay, great. Great, thank you. Okay, my last question would be, can you reveal something about your next project? Мой последний вопрос такой. Можете ли поделиться какой-то информацией о вашем следующем проекте? Следующем проекте? Следующий проект, я думаю, я его делаю, потому что, в принципе, съемка уже... Еще погромче говорите, пожалуйста, слышно плохо. Я думаю, что следующий проект я хочу... должен, мне кажется, о герое, который любит космос. Его главный... любимый персонаж Гагарин, вот, он пытается не только бы ему подражать, но бьет его мундир, его одевает, появляется капюшон таким. И, мне кажется, это будет фильм с таким, не таким явным, а скорее с таким каким-то глубинным юмором, если он будет пытаться. Он будет пытаться структурить это фильм, на самом деле по форме это будет фильм такой повествовательно задумчивый. Well, yes, I can. I think it will be a movie about a guy who is who really wants to be like Yuri Gagarin. It will be a movie about space, maybe elegic with, you know, some metaphors. So we will have to wait and see. Okay, okay. Okay, one more thing. Что? Да, говорите. Герой является кинолюбителем. Он пытается снимать, наверное, серьезно свои фильмы. Получается, что Well, also the hero would be like a movie lover who wants to make, you know, some good movies, but it's more like Edward Wood Jr. work. Okay. Sounds intriguing. Thank you. Okay, I would like to thank you for joining me for Q&A, and thank you, Yaroslav, for translation. So, can you translate that? Да, конечно, он благодарит вас и меня, в общем, за участие, меня за перевод, вас за ваши ответы, за то, что вы откликнулись, и, в общем, большое вам спасибо, вот, в общем, удачи, успехов. Я тобой благодарю, Ярослав, Никола, огромное вам спасибо за это интервью, я очень рад был с вами побеседовать, и, как бы сказать, да. It was a pleasure to meet you. I really enjoy almost every your question. It was really a good time, and thank you very much for you know, loving my pictures and for watching them. Thank you very much. Okay. Thank you. До свидания. До свидания. До свидания. Bye. Thank you very much. Bye. Bye.